участников войны в возрастной группе от 25 до 39 лет. По данным того же опроса увеличилась поддержка отправления Владимира Руслан Левиев, он работает в организации Conflict Intelligence Institute, ведущий внимательно за всем, что происходит на поле военных действий, ему слово. Мы изучаем то, что произошло сегодня с утра. Это атака вертолетов на нефтебазу в Белгороде, в России. Чтобы вертолеты были вертолетами украинских военных сил. Параллельно мы следим за тем, как отводят силы киевского направления. Мы видим технику, которая приехала в Беларусь и дальше передвигается в сторону России. И это мы следим за спешкой Крупного Мариуполя и Донбасса. Просто мы видим...